Ну, если искусство — это преступление. Вот черт. Думай, Делсин, думай. Собрание в длинном доме. Проберусь туда, потусуюсь, и будет мне алиби. Да я просто гений преступного мира. Ну да. Гениально. Офигенно, блин. Эй, кто здесь? Да я это, Бетти. Да уберите вы степлер, ну серьезно. Ты что тут бродишь? В длинном доме же сейчас собрание. Ну, у меня сегодня что-то настроение нетусовочное. А вы потрясно смотритесь, просто блеск, правда. Что ты там делал на крыше, а? Да ничего, просто... Опять хулиганил? Открывай, я знаю, что ты там. А ну выходи. Сейчас я позвоню Бетти, она через 5 минут будет здесь с ключами. Допрыгался парень. Ну ладно, Бетти, вы что, меня сдадите? У меня нет выбора. Он же коп. Через 5 минут буду здесь с ключами. И если тебя застану... Спасибо, Бетти. Но это в последний раз. Пойду в кабинет. Чувствую, мне сейчас позвонят. Ему что? Тупик. Заперто. Нужно валить отсюда. Привет, свобода! Теперь самое легкое. Пойти в длинный дом и обеспечить алиби. Да уйдите вы! Фу, чайка нагадила! Уже полпути. Хватит над собой издеваться. Есть только один путь. Кыш, кыш! Кыш отсюда! Чуть не упал. Не смотри вниз, не смотри, не смотри!
Пока все идет по плану. Привет. А я тут тебя уже обыскался. Ну что, может, зайдем? Да что ты? Ты хоть представляешь, какой это позор арестовывать собственного брата снова и снова и снова? А ты перестань его арестовывать снова и снова и снова и снова. Думаешь, это смешно? Нет, и я не думаю. И такой след хочешь оставить в мире? Так ты чтишь память родителей? Актами вандализма? Слушай, в мире полно всякой реально стрёмной фигни, и пока я тут развиваю свой талант, Развиваю свой талант? Ты хоть слышишь, что ты несёшь? Почему ты всегда такой, Реджи? Ну давай, чего объясни. Ты до меня докопался? От какой реально стрёмной фигни? Я бы тебе объяснил, если бы ты меня послушал. Не правда, я-то не в курсе. Реджи. Что? Смотри. Я догоню тех двоих, а ты не подходи, сейчас рванет. Не подходить, машина взорвется. Понял. Что тут забыли военные? Есть тут кто? Охренеть, а? Спасибо. Уж думал, подохну там. О, коп! Эй, отпусти! Отпусти его и держи руки на виду, ты понял? Я никого не трону. Мне надо текать, пока ее нет. Я сказал, пусти его, или я стреляю. Рэч. Господи! Говорю же, я никого не трону! Рэдж, что за хрень здесь творится? Рэдж! Где Реджи? Это что такое? Я не... Что за фигня? Что происходит со мной? Боже мой, нет! Хватит, хватит, хватит! Да что это со мной? Что это со мной? Охренеть! Охренеть! Я больше не хочу! Редж! Редж, ты мне очень нужен! Нет, я пройду здесь. Да что ж такое? Реджи! Нет! Реджи! Редж, ты живой? Делс, что это было? Я тебя вытащу! Ты же... Я тебя вытащу! Да, да, ладно. Помогай мне толкать! Нет, нет, нет! Я ничего не могу с этим сделать, Реджи. Я ничего тихо, не могу! Тихо, спокойно. Дыши носом. Дыши. Ничего. Ничего. Я один из них. Я нет, один из них. Нет, даже не думай. Нет. Нет, ты мой брат. Слышишь? Ты мой брат. Да. А это все пройдет. Я обещаю, мы тебя вылечим. Ты меня понял? Ты понял меня? Да. Нам надо бежать. Поймать этого биотеррориста, пока он не добрался до наших. Понял? Да. Держись. Ты мне нужен. Ладно. Ну что? Ладно. Давай. Порядок? Да.
Идем. Только обещай, что обойдешься без трюков, ладно? Я бы до тебя даже добраться не смог, если бы не... Обещай, что этого больше не будет. Ладно, ладно. И не думай, что с тобой произошло что-то хорошее. Нет, наоборот. Шериф, мы не можем войти! Кнопку заело! Бетти все еще там. Обалдеть, замок расплавился. Заперто. А он-то как пролез. А он просочился. Как это? Делсин тоже бил террорист. Нет, он не... Вентиляция? Понятно. Плохо дело. Ух ты! И даже не больно? Бетти! Вы где, Бетти? А, должно сработать. Пусть это будет сюрпризом. Бетти, я рядом! Уходите, бабуля! Не подходи ко мне! Я помочь вам Нет, хочу! Не приближайся! Стой! Стой! Делсин! Я просто хотел внимание отвлечь! Я ж не знал, что тут люди! Что ты со мной сделал? Ты проводник? Бетти, я потом все объясню. Уходите отсюда, ладно? Ну, я валю! Нет уж, верни все как было! Я полжизни провел за решеткой. Ничего, мне сбежать, расплюнуть. Главное дождаться счастливого случая. А когда пришла сила, меня вообще стало не поймать. Только Дес до меня добрался. Да, для нашего брата у них особая тюрьма. Они придумали, как нас повязать, чтобы мы силу применить не могли. Но зато им пришлось самим кормить нас, мыть, даже задницы нам подтирать. Нет, так жить нельзя. Нельзя. А еще там была эта рыжая курва, фанатка иголок и скальпелей. Говорила, что ставит на мне опыты, садюга. Но кто мотает не первый срок, тот знает кое-какие трюки. Нужно только потерпеть. Рано или поздно они облажаются. Кто-то недосмотрит, кто-то сболтнет лишнего. И когда эта стерва нас троих посадила в фургон, я понял, вот он, мой счастливый случай. Ты как это? В башку ко мне залез. Я ничего не делал. Ты видел, да? Видел тюрьму, Дес? Попадешься, тебя туда упекут. Эй, стой, стой, стой! Я не собираюсь тут сдохнуть. Уйди ты, пацан! Отвяжись! Черт. Нет уж, я не отвяжусь. Верни! Все как было! Слышь, парень, я не в курсах, но, похоже, тебе пора текать! Почему? Ты же проводник, биотеррорист! Теперь твой девиз «Спасайся, кто может!» Лично я смываюсь! И хрен ты меня остановишь! Ты меня слышал? Отвяжись, пацан! Я не отвяжусь! Верни все, как было! Да ничего уже не вернешь! Тогда покажи мне, как этим управлять! Нету времени!
Сюда едет Дес, и она знает, где меня искать. Тебя просил! Из-за тебя нас грохнут! Этот пожар отвлечет их маленько на пару минут. Я сваливаю. Не хочу загреметь в Кердан-Кей. Я не боюсь. Они гонятся за тобой, а не за мной. Сынок, тебя видели. Тебя здесь знают. Она умеет развязывать языки. Удачи, пацан. Ну нет. Не хватало тут сдохнуть среди селедок. Отпусти меня. Просто дай мне уйти. Никто об этом никогда не узнает. Ну, подожди, постой. Давай Эх ты, Хэнк. Как же ты меня разочаровал. Ну, все вроде путем, да? Я этого проводника выманил, а вы его сцапали. Вы все молодцы, ребята, молодцы, да. Биотеррориста. Хэнк Дотри. Биотеррорист. Проводниками. Их обычно называют только такие же, как они, предатели. Ты ведь не предатель? Правда? Ну, вроде как нет. Ты нервничаешь? Нет, вовсе нет. Обычно люди нервничают по одной из двух причин. Либо они трусы, либо им есть что скрывать. А может, я нервничаю при виде красоток, а? Ты был с этим биотеррористом один на один. Он с тобой ничем не делился? То есть... Он что-нибудь рассказывал? Может, поделился какими-нибудь теориями заговора? Нет, он ничем не делился. Я рада. Рада это слышать. Видишь ли, мы ведем с биотеррористами бой. Не на жизнь, а на смерть. И моя задача — любой ценой добиться победы. Но забавно выходит. Вы же сама биотеррорист, так? Да, правда. Говорят, клин клином вышибают. И теперь мне ясно, что ты не трус. А значит, все-таки что-то скрываешь. Что? Что вы делаете? Так нельзя! Рехнулись, у меня есть права! А я уполномочена игнорировать права граждан в случае необходимости. Вот, например, как сейчас. Спрашиваю еще раз. Что произошло? Я вам уже сказал, ничего. Говорят, это больно. Эй, может быть, я подскажу? Нет, Бетти, нет, не надо! Да ладно. Будешь молчать. Что ж, раз ты не хочешь со мной разговаривать, я поболтаю с этой милой старушкой. Только учти, бетон дурно влияет на старые кости. А если с ней не выйдет, я найду еще кого-нибудь. И еще, пока не узнаю правду. Ну, скажешь мне что-нибудь? Или лучше обратиться к твоим друзьям?
Значит, ты мне больше не нужен. Вы не такая упрямая, правда? Бетти. Да, говорят, это больно. Что происходит? Длинный дом превратили в больницу? Сколько я был в отключке? Ничего себе! Как она могла? Сколько людей она ранила? И никто не остановил ее? О, Господи, Бетти. Ты очнулся. Да. Августина не блефовала. Ну, никто не хотел отдавать тебя ей на растерзание. Мы о Камише своих не бросаем. Да. Значит, я не ошибся. Что бы со мной было, если бы я раскрыл рот? Наверное, то же, что со всеми нами. Но ты ведь промолчал. Если не трудно, передайте остальным. От меня респект за командный дух там. Да. О, боже, Делсон! Слушай, я боялся, ты уже не встанешь. Из-за куска бетона? Да ну брось ты. То есть быстрая регенерация тоже входит в твой комплект? А, кстати говоря, что там с этим дымом? Все прошло? Да не знаю я. Не проверять же прямо тут, в длинном доме. Ну да. Пускай люди спокойно выздоравливают. Что-что? Нет, Делсин. Они уже никогда не поправятся. Они умирают. Ты откуда знаешь? Брат, это не я придумал. Это сказали врачи. Их слова. Они говорят, извлечь осколки можно только с помощью той же самой силы. Что? Да. Но это ж была Августина и ее чертов бетон. Да. Ну пофиг. Значит, мы с тобой едем в Сиэтл и берем ее. Эй, стоп!
Чем берем-то? Твоим неотразимым обаянием? Я понимаю, ты здорово башкой треснулся, но разве ты забыл, что ее не проняла твоя харизма? Реджи. Я виноват. Мне и расхлебывать. Нет, нет, Делсин, ты только на ноги встал. Ты хочешь помочь, но врачи четко сказали... Чтобы вытащить осколки, нужен кто-то с такой же способностью. То есть? Августина нам не нужна? Нам нужна ее сила. Ну и к чему ты клонишь? Ну, я же типа губка для суперспособностей. Взял дым, теперь надо взять бетон. А вдруг это просто случайность, а? Ты подумай, между тобой и Августиной стоят бойцы ДЭС. Сколько их? Тысяча? Да, где-то примерно так. В машине объясню. В машине? У тебя нет машины. Ах, в моей... Короче, я все спланировал. Смотри, мы въедем в город, соберем все силы, какие найдутся у тамошних проводников, заодно на Space Needle заскочим, всегда мечтал, и летим домой на всех парах. А ты не думал, что мы въедем в город? А город может нам в ответ тоже въехать. Ты че несешь? Что я несу, Делсин? В Сиэтле живет 500 000 человек, которые и так от биотеррористов настрадались. И ты ждешь парада в свою честь? Проснись, парень. Ну, ты не парься, Дэл. Что-нибудь придумаем. Вылечим тебя. Вылечим? Ну, стрелять дымом из пальцев не совсем нормально, да? Если я не как все, это не значит, что меня надо лечить. Ясно? Ван Гог был ненормальный. И Ганди был ненормальный. Ганди боятся, они не мутанты. Тебе вдолбили в башку эту... Чушь. Класс. Ну? Видимо, дальше идем пешком. Что? Что? Ты куда? Эй! Зашибись, ты только посмотри. Знаешь, если ты сомневаешься, я не буду... Шутишь? Это же офигенно! Это катастрофа. Это самозащита. Блокпост поставили, чтобы их ловить. Да потому что они биотеррористы. Ну, их этот блокпост не остановил и меня не остановит. Ух ты, как Вегас после бомбежки. Так вот он, корень зла. Боже, ты! Эй, ты живой? Живой? Да я живее всех живых. Кажется, я узнал новый фокус. Так. О. Боже мой. О, да. Гораздо круче старых. Делсин, это совсем не круто. Нам надо решить твою проблему, а не усугубить ее. А ты думаешь, Августина сидит сложа руки? Мне нужно качаться, если я хочу выйти биться с бетонной леди. А я этого хочу избежать. Слушай, можно ее по-другому прищучить. По-другому? Это как это? Я кое-кого знаю в Сиэтле, в том числе в полиции. Нет, они могут нам помочь. Опять у нас выходит, что прилетел волшебный Реджи и всех что? Спас. Да это я... не твоя проблема, а моя, понял? Эй, кто-нибудь, слышите меня? Вот, смотри. Хочешь кому-то помочь? Спасай прекрасную даму. Это не... Сюда! Ладно, ладно, пойдем оба, хорошо. О, нет-нет, ты нужно... иди играй в суперкопа, окей? А я через минуту догоню. Ладно, но только никуда не уходи. И ради бога, ничего не трогай! Я буду трогать, что захочу. Начнем с тебя, малыш. Красивенький. Сейчас. О, да, вот это точно может вызвать привыкание.
на самом интересном месте. А, может, надо заправить дымовой бензобак? Ой, круто! Надо будет посмотреть, может, и в городе такие найдутся. Порядок. Ага, это подойдет. Раз не хотят по-хорошему, придется по-плохому. Эй, Делсин, давай сюда. Ты ни за что не догадаешься, что там пищало. Жми сюда, понял? Тут автобус с медиками застрял. Я уговариваю их вылезти из автобуса, но они не хотят бросать оборудование. Ну скажи, чтобы держались, я их вытащу. Делсин, я знаю, что ты задумал. Не смей. Я только что вынес эскадрилью квадрокоптера. Автобус уж как-нибудь раскопаю. Я уговариваю их вылезти из автобуса, но они не хотят бросать оборудование. Ну скажи, чтобы держались, я их вытащу. Делсин, я знаю, что ты задумал. Не смей. Я только что вынес эскадрилью квадрокоптеров. Автобус уж как-нибудь раскопаю. Так, это надолго, нужно что-то придумать. Я супергерой! Делсин, я же просил! Извини, Редж, но из-за моих подвигов тебя плохо слышно. Делсин, я не... Ой, не слышу. Может, звук отключился? Ну все, дальше путь свободен. Докатимся до Сиэтла с ветерком. Эй, Регги, открывай давай. Ты издеваешься, что ли? Алло. Делсин, есть проблема. Тут, короче, пассажиры видели, как ты выделывал свои фокусы. И? И они тебя боятся. Что? Я тебе говорил, народ не очень любит биотеррористов. И что они хотят, чтобы я сел в последнем ряду, как неудачник? Нет, они хотят, чтобы ты вообще не садился в автобус. Ты им тут не нужен. Если ты поедешь, они все выйдут. Ну и пусть выходят, мне пофигу. Я сейчас вообще эту дверь вынесу. Не смей, даже не думай. Эти люди никогда еще такого не видели, они боятся. Ясно, можно их понять. Да поехали уже! Сэр, да погодите вы! Слушай, я перевезу их через мост и вернусь за тобой, ладно? Это 5 минут.
Извини, но не могу я тебя впустить. 5 минут. Ты на телефоне навигатор включи, на случай, если придется разделиться. А, то есть, как сейчас? Планированное выведение из эксплуатации моста номер 520. Всем пешеходам и транспорту приказано... Ага, будем иметь в виду. Делсин, я переправил их на тот... Дес, уходят с моста. За тобой вернусь. Реджи, ответь. Что происходит? Алло? Эй, эй! Помощь нужна? О, черт! Биотеррорист! Эй! Эй, тут мутант! Ну, чё ты орёшь? А! Не-не-не-не-не-не! А! А! Отличная штука. Быстрая регенерация. Вот все-таки зря ты стрелял в меня. Это наши машины! Их сил! Настой, он один! Это наш тоннель! Теперь мой! Ладно, я сдаюсь. Только не убивай. А где волшебное слово? Внимание! Запланированное выведение из эксплуатации моста номер 520 начнется немедленно. Это было... Ну все, галяк. Реджи! Ну, брат, отвечай! Вот это да! Это был мост? Транслятор, твори свою магию. Попробуем. Давай следующую партию, космос. Так, так, спокойно.
Я сейчас занят, Бетти. Ты же знаешь, мы с тобой не договорили. Ну, у меня это, дела были. Мне тут кое-кто сказал, что вы с Реджи отправились в Сиэтл. Мне правда пора, Бетти. Целую. Держись. Ну, держись. Еще немного. Эй, да хватит уже! Автобус. Реджи! Делсин, помоги мне! Че, опять руку свело? Делсин! Ладно, ладно, давай. Держу. Спасибо за помощь. Зацени. Ого. Ты привыкаешь к новым симптомам? Да. Единственный минус только в том, что... Не. Нету минусов, это просто офигенно. Правда? Нет минусов? А как насчет тех вооруженных ребят? Вон там, видишь, тебя ждут. Не минус? Ну-ну. Короче, пока непонятно. Может, они тебя и не засекут, ведь ты же необычный биотеррорист. Обычный? Не-не, если ты про баранов, которые выстраиваются в очереди перед сканерами. Нет, Реджи, я необычный. Ты видел меня на мосту? Да видел. Мы их на раз уделаем. А давай сначала попробуем мимо них тихо пробраться. Как тебе план? Чтобы нас потом не искали по всему городу. Ну ладно, ладно. Ладно. Давай по-тихому, как скажешь. Обещай, что будешь вести себя спокойно и сдержанно. Тебя это правда волнует? Может, парни из Деза и не такие сильные, как ты, как настоящие биотеррористы. Но их способностей вполне хватит, чтобы тебя прихлопнуть. Знаешь, ты испортил мне все удовольствие от поездки. Сколько я был в отключке? Неделю. Ого, так Дез поставил все это за... Да. Они не скучали. Значит так, когда пройдем, я загляну к друзьям-копам. Может, удастся получить доступ к базам данных. А ты пока сиди тут и не высовывайся. Они могут занервничать, если я приду к ним с биотеррористом. Ладно, босс. Это зарегистрированное оружие. Я из полиции. В автобус не пускает, с друзьями не знакомит. Приложите палец к сканеру.
Обнаружен проводник первого уровня. Разрешено уничтожение. Вас немного? Делсин, беги! Нет, нахрен! Делсин, не высовывайся! Не учи ученого! Пожалуйста, приложите палец к сканеру. Обработка. Да, я проводник. Держать все в себе! Редж на башнях! Вижу! Я? Я зашибись. Как ты и сказал. Сижу тихо. Ладно, не привлекай внимания. Я позвоню, если что найду. Делсин, я получил доступ к базе данных. Короче, глаза и уши у Деза повсюду. Ну, тогда выколем эти глаза и отрежем уши. Так, вижу тебя на GPS. Рядом их мобильный штаб. Если выведешь его из строя, им будет гораздо сложнее за тобой следить. Мобильный штаб, понял. Слышь, а как я его узнаю-то? Это такой большой бронированный фургон с телекоммуникационной аппаратурой. Делсин, я получил доступ к базе данных. Короче, глаза и уши у Деза повсюду. Ну, тогда выколем эти глаза и отрежем уши. Так, вижу тебя на GPS. Рядом их мобильный штаб. Если выведешь его из строя, им будет гораздо сложнее за тобой следить. Мобильный штаб, понял. Слышь, а как я его узнаю-то? Это такой большой бронированный фургон с телекоммуникационной аппаратурой на крыше. Нашел вроде. Крутая тачка с огнями и металлической хренью наверху.
Так, хорошо. По краям должны быть панели для вентиляции. Их надо разбить, тогда ядро перегреется и откроется. Ладно, разбить боковые панели. Как это приятно. Получил доступ к базе данных. Короче, глаза и уши у Деза повсюду. Ну, тогда выколем эти глаза и отрежем уши. Так, вижу тебя на GPS. Рядом их мобильный штаб. Если выведешь его из строя, им будет гораздо сложнее за тобой следить. Мобильный штаб, понял. Слышь, а как я его узнаю-то? Это такой большой бронированный фургон с телекоммуникационной аппаратурой на крыше. Нашел вроде. Крутая тачка с огнями и металлической хренью наверху. Так, хорошо. По краям должны быть панели для вентиляции. Их надо разбить, тогда ядро перегреется и откроется. Ладно, разбить боковые панели. Кончается. Thank you.
найти и уничтожить мобильный штаб. Это облегчит нам жизнь. Это то, что нужно. Нашел источник питания. Он должен быть на крыше. Вот и ремонтник. Я люблю парней поменьше. А ставки-то повышаются. Поэтому люблю парней поменьше. Поглоти силу кого-то из них и пошли домой. А если не сработает, значит, ты ошибся, и тоже можно идти домой. Помогите мне! Я ранен! Ну что, кабан?
зараза. Ну, получилось? Не успел. Дес налетел со всех сторон. Тогда вали оттуда. Да, гениальный совет. Слушай, Реджи, а твои друзья-копы случаем не в курсе насчет этих ретрансляторов? Да их понатыкали по всему городу. Полиция Сиэтла за ними приглядывает, потому что Дес так и не объяснил, зачем они нужны. А ты можешь выяснить, где они понатыканы? Ну да, я же сказал. Скинь мне тогда координаты на телефон. Чтобы ты высосал из них новые силы, обойдешься. Вот оно как. Родной брат хочет, чтобы на бой с ультра-мега-биотеррористкой я пошел не в лучшей форме. Ну, я такого не говорил. Ладно, тогда не буду откладывать. Рвану прямо сейчас к Августине, чего тянуть. А там уж как повезет. Ладно, ладно, хватит. Ты только не лезь-ка в Густине. А я сейчас вышлю координаты. Спасибо, Реджи, ты самый лучший брат на свете. Нет, лучший брат на свете. Запер бы тебя в шкафу в Демонплей до конца твоих дней. Вряд ли шкаф долго продержится против проводника. Но спасибо за заботу. Самое оно. Пожалуйста, приложите палец к сканеру. Обработка. Сюрприз! Я проводник.
Что? Вкусно. Thank you.